Слушая эти голоса и не подумаешь, что ни у кого из этих артистов нет музыкального образования. Все участники певчего «Жар Сокола» – любители хорового пения. Учителя, врачи, экономисты, молодые мамы и пенсионеры. Несмотря на загруженность повседневной жизни и работе, эти голосистые дамы находят время, чтобы уделить внимание такому непростому творчеству и выступать на сценах концертных залов нашей страны и за рубежом. Ваш прекрасный город. Мы приехали в количестве 21 человека. Хор наш. Вообще у нас 30 человек хор. И, естественно, трудно было выбраться всем, потому что работы, семьи, дела, ну, сами понимаете. Поэтому вот мы приехали таким несколько укороченным составом, но мы будем очень стараться, что понравится вашей публике. Доцент кафедры хорового дирижирования Московского педагогического государственного университета Любовь Жарова, бывшая студентка Владислава Соколова, известного российского хорового дирижера, народного артиста СССР. Во время празднования столетнего юбилея их ушедшего учителя и был образован хор. За 7-летнюю культурную деятельность московский коллектив обрел неплохие успехи. Хор является обладателем дипломов международных, межрегиональных конкурсов и фестивалей. Активно участвует в праздничных концертах. Выступали в Бельгии, Вене, Испании, Чехии. Тепло приняли «Жар Сокол» в октябре прошлого года и в Ялте. Теперь впервые концерты прошли и для сочинцев. Большую часть публики составляли ветераны города. Они уже дали этот хор не один концерт. На концертных площадках прошли их выступления и в Хостинском районе, и в Центральном районе. И, как правило, везде встречают на ура и под аплодисменты. Репертуар хора разнообразен. Это произведения русских и зарубежных классиков, духовная и современная музыка, а также народные и песни военных лет. Все жанры сегодня по достоинству были оценены публикой, и у хора появились даже свои поклонники. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.